Театр оперы и балета радует новым. До середины месяца здесь большой рождественский фестиваль. Начался он 8 января с оратории Феликса Мендельсона «Илья», которую в Одесском оперном театре исполнили впервые. В субботу там уникальные фортепианные концерты, а в воскресенье произведения Пуччини и Пуленко. На репетиции побывала наша съемочная группа. В оперном в субботу все бесконечно передвигается и ничего не стоит на месте. Готовятся к вечерним концертам. Один сегодня, другой завтра. Это в рамках рождественского фестиваля, репетиция которого идет практически без остановки. Игорь Чернецкий репетирует с оркестром юношеское произведение Джакомо Пуччини «Месса ди Глория». Его сыграют в воскресенье вместе с еще одной композицией. Она тоже называется «Глория», ее автор Франсис Пуленк. Все исполняется здесь впервые. Мы выбрали очень яркие, очень контрастные произведения, которые интересны будут и для музыкантов своей структурой и формой, и в то же время очень легки для восприятия для любому первому, кто первый раз даже пришел в театр. Они очень яркие, доступные. В воскресенье на сцену выйдут солисты, 50 человек из оркестра и 80 из хора, которых, кстати, пригласили из музыкальной академии имени Неждановой. Сейчас студентам еще раз напоминают, где кто стоит. Первый ряд, можете чуть левее? Да? Шаг вправо сделайте все, чик-чик-чик. Для молодых ребят выйти на сцену оперы не просто интересно, а полезно. Пожалуйста, более вязко это все, не бойтесь. Репетиций было очень много, старались не нарушить учебный процесс. Это 3 месяца достаточно сложных репетиций. Для нас это большая ответственность, но в то же время для этих молодых студентов и молодых музыкантов это огромная, это прекрасная возможность реализовать себя как музыкантов и выступить на такой грандиозной сцене. Длительность концерта называют очень разумной. Первый акт – 40 минут, второй – 30. Все продумано, чтобы зритель не уставал. Ну и, конечно, для тех, кто придет 10 января, готовят сюрприз. Помимо этих произведений, мы, конечно, готовим бесовки, чтобы было зрителю чем-то привлечь интересным, то, что связано с нашими корнями. Концерт солистов, хора и оркестра, которые исполнят одни из самых красивых произведений Пуччини и Пуленко, начнется 10 января в 18:30. Анастасия Симонова, Алексей Пережилин, 7 канал.